Кино на ТВ Рус. Я сейчас в штабе был, приказ пришел. Расформировывают нас. Долго нам ехать еще? Часов 10-12. Боже мой, как я устала. Добрый день. Старший инспектор ГАИ капитан Мальков. Выходим из машины. А что, какие-то проблемы, капитан? А что, нужны? Не понял. Проблемы, говорю, нужны. Что же нарушаем, товарищ майор? А что случилось? Счастливого пути. Давай копай. Этот живой еще. Как я сюда попал? Это мне самое интересное. 3 дня назад вы постучались ко мне в дом и потеряли сознание. Жену ограбили. Жену убили. Уходить мне надо. Ты никого чужого здесь не видела? Деревня окружена! Кем окружена деревня? Нашими! Пробил я парнишку-то нашего. Ну, непростой парень. У-у-у, непростой. Добегался. Вячеслав Разбегаев и Павел Майков в фильме «Путь домой». В воскресенье на ТВ Рус.